Всем привет, дорогие друзья, вы находитесь на канале Технобар Плюс. Сегодня у нас очередное видео на тему игры в моментальную лотерею. Что-то упало здесь, но ничего страшного. Друзья, обязательно подпишитесь на канал Технобар Плюс, прожмите лайк данному видео и поделитесь комментарием своего мнения. Как вам вообще лотерея, сундук подходит, сундук сокровищ подходит или нет вам? Как, выигрывали крупные призы или нет? И реально вообще либо выиграть данную лотерею? И обязательно смотрите видео на канале Технобар Плюс с применением VPN-сервиса. Это очень помогает каналу, друзья. 100 рублей стоимость данной лотереи. Как видите, здесь стираем сундук. Должны совпасть три символа. Если у нас совпадают такие три символа, как короны вот такие, мы выиграли 10 лямов. Три вот таких вот алмазика — это 1 миллион. Три монетки — это 5000. Ну и три якоря, как правило, попадаются — это 100 рублей. Вот такая сетка призов. Минимальный приз здесь 100 рублей. Это уже меня не может не радовать. Потому что это не утешительный приз, а вот нормальный приз. Стоимость билета окупается. Друзья, обязательно подпишитесь на канал. Ну а мы начинаем. Так, первый билет пошел. Монетка. Ракушка. Все, в пролете. То есть, без выигрыша. Смотрим, якорь. Есть. Ну, три якоря здесь дают, по-моему, 100 рублей. Да, 100 рублей, билет сам себя отбил. Поехали дальше. Корона, монетка. Две монетки и корона. Билет без выигрыша. Только один билет себя окупил, друзья. Вот как бы 30%, как говорится, выигрыша из трех билетов. Как-то так. Друзья, напишите, какой вы выигрыш самый больше выиграли в данную лотерею. Подпишитесь на канал Технобар Плюс. Я, как обычно, всех обнял.